Добрый день. В прямом эфире ток-шоу «Давайте обсудим» из студии я, Гульнара Умарова. В Казахстане более 2,5 миллионов школьников. И вопрос оздоровления детей и школьного питания отнюдь не праздный, а очень важный для всех нас, родителей. Обсудить этот вопрос и проблемы, связанные с ним, собрались наши гости в студии. Это Асылжан Куанышкалиева, главный специалист отдела охраны общественного здоровья. Эльвира Тулеева, руководитель отдела надзора санитарно-гигиенического за пищевыми объектами Департамента охраны общественного здоровья. Также к нам пришла Жазира Рысказиева, главный специалист городского отдела образования. И представитель школы Гульжан Абдрахманова, заместитель директора школы номер 2. Здравствуйте, добро пожаловать. И прежде чем мы приступим к обсуждению, давайте посмотрим сюжет. Внедрение проекта «Здоровые школы» в первую очередь подразумевает контроль за питанием, использование отдельных видов муки, снижение потребления соли и сахара, контроль за продажей в столовых газированных напитков, конфет и фастфуда. В меню детей, независимо от возраста, должны присутствовать только натуральные продукты, такие как мясо, рыба, крупы, кисломолочные изделия, овощи и фрукты. Питание школьников и работу столовых проверяет специалисты Управления охраны общественного здоровья. Проводится профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваемостей. Своевременно рекомендуется применением оливкового масла. Сейчас насчет этого прорабатывается. Согласно меморандуму, со всеми заключенным меморандумом, согласно этому меморандуму, внедряется этот проект «Здоровой школы». Еще одно новшество – внедрение так называемых физкульт-минуток. Они включают легкие гимнастические упражнения, которые ученики под руководством тренера могут выполнять в перерыве между уроками. Это расслабляет ребенка, дает отдых и тонус всему организму. Дети наши стали собраннее, стали лучше себя чувствовать. Вот уж перед началом урока они уже активные на уроке. Пока это только проекты, но уже совсем скоро физкульт-минутки и диетическое питание станут обязательными пунктами функционирования во всех школах. Марина Горбук, Ербол Аманшин, Рустам Джумашев, ТДК-42. И первым к нашей беседе подключим городской отдел образования. Жазира, расскажите, пожалуйста, как организовано горячее питание в школах? Культуру здоровья и сбережения мы должны воспитывать изначально. Дети вот 5-6 дней в неделю находятся в школе, они должны получать знания новые, усваивать эти знания. Для этого нужна интеллектуальная активность, концентрация внимания, также немалые физические затраты. Драгоценную энергию ребенок тратит не только на усвоение знаний, и элементарно на свой рост и развитие по возрасту. Поэтому вопрос организации горячего питания именно как одного из направлений здоровья и сбережения детей является очень актуальным всегда. Отдел образования ведет целенаправленную, обширную работу в этом направлении. На данный момент во всех 50 школах города организовано горячее питание. Более 36 тысяч детей у нас пользуются горячим питанием. Конечно же, важно, да? Да, это очень важно. Что еще хочется сказать? Проводится большая воспитательная работа в этом направлении, проводятся разъяснительные работы с родителями на родительских собраниях, проводятся классные часы с обязательным привлечением медицинского работника, также проводятся в старших классах диспуты, круглые столы, привлекаются представители органов здравоохранения, управления охраны общественного здоровья. Также вот нами сейчас, вот отделом образования, обновлено волонтерское движение. В прошлом учебном году мы провели очень обширную, большую акцию «Меняем сигарету на яблоко». Эту работу мы провели в районе Зачаганска, где волонтеры раздавали населению памятки о пользе овощей и фруктов и о вреде курения. Также меняли вот сигареты на яблоко. Но думаю, что это будет работа, найдет свое продолжение. Правила питания у нас контролируются администрацией школы постоянно, а за качеством у нас следят родители. Это родительский комитет, попечительские советы. Поэтому вот как бы вот у нас больших проблем в организации горячего питания у нас как бы вот нет. Ну вот касательно школы, давайте спросим. Расскажите, пожалуйста, как организовано вот горячее питание в школах, да? Как вы вот с детьми работаете в этом направлении?
Ну, конечно же, как и во всех школах города, в нашей школе мы большое внимание уделяем здоровому образу жизни. Значит, с утра у нас, когда детки приходят в школу, мы делаем разминку, физразминку. Дети активно участвуют. И потом эти физразминки, значит, влияют на то, что дети в течение дня, у них поднимается работоспособность. Также у нас большая работа ведется также по организации питания. Здесь у нас задействованы классные руководители в работе, социальные педагоги, психологи. Мы ведем работу также с родителями, с департаментом здравоохранения, с поликлиниками города. Мы проводим различные конкурсы, конкурсы рисунков, можно остановиться на этом. Флешмобы у нас очень активно проводятся. Вот как раз в нашем сюжете мы видели, да, как организовано. Потому что сюжет снимался именно в вашей школе. Мы сами буквально видели, что дети едят, как едят, и едят с удовольствием. Причем надо отметить, это здоровая пища, да, там это нет фастфуда. Да, нету фастфуда. За этим у нас следят медицинские работники, также социальные педагоги, и родительский комитет принимает активное участие в проверке столовых, чем у нас детей кормят, какое меню и так далее. Также у нас большую работу мы ведем по организации, например, таких вот мероприятий по нашему району, район Римзавода, район Ружейникова и Кош-Сырьевой. Значит, у нас проводятся конкурсы соревнований по здоровому образу жизни между школами, находящимися в этом районе, в нашем районе. Касательно мероприятий мы еще вернемся, более подробно обсудим, как работать с детьми. Давайте поговорим о том, как ведется контроль за пищевыми объектами, за столовыми. Вот как раз Эльвира Тулеева, наши гости, знает об этом не понаслышке. Вот вы проводите проверки, да, контроль. Как он осуществляется? Ну, согласно плану проверок по особому порядку, у нас есть план, утвержденный Генеральной прокуратурой, и именно пищеблоки школ, если вот сейчас говорить о том, что про питание, то пищеблоки школы у нас сейчас, они входят в группу высокой степени риска, то есть они проверяются два раза в год. И, конечно же, проверки осуществляются согласно плану, то есть план на первое полугодие, план на второе полугодие у нас утвержденное. Но в основном я бы хотела здесь отметить, у нас встречаются нарушения именно в пищеблоках, это текущие нарушения, это в основном несоблюдение ДЭЗ-режима, то есть согласно лабораторных исследований у нас в смывах, также в лабораторных исследованиях продуктов, на микробиологические, на санитарно-химические исследования у нас выявляется несоответствие. То есть сейчас на данный момент, ну, эта проверка как бы постоянно проводится, то есть выдаются предписания, выдаются, ну, административные протокола, то есть и поэтому все текущие нарушения, они как бы быстро устраняются. А их много нарушений вообще встречается в школах? Ну, текущие нарушения встречаются, да. Ну, там в основном я могу сказать, это медицинские книжки, вот работников пищеблока. Возможно, в некоторых моментах они проходят, а в некоторых бывают просроченные, например, встречаются. Встречаются по влажной уборке, по генеральной уборке или по журналам общепита. Ну, такие текущие моменты в основном. Которые встречаются каждый день, да? Да. Но вот вы еще проверяете вот условия питания, да, на объектах. Насколько условия хорошие, скажем так? Ну, согласно санитарных правил 611-го, есть перспективное меню, которое составляется на двухнедельное меню, которое составляется именно посезонно, то есть это лето, осень, зима, весна. Конечно же, когда составляют перспективное меню, там учитывают обязательно пребывание обучающихся, в дошкольных или общеобразовательных учреждениях. Также витаминный комплекс и еще возрастную категорию в любом случае. И, конечно же, в первую очередь ежедневный рацион должны входить такие продукты, это как мясо, молоко, сливочное масло,
хлеб ржаной, пшеничный, овощи обязательно. То есть в рацион обязательно должны входить те компоненты, которые именно полезны вот для питания. И, конечно же, еще хочу сказать, что не должны вот блюда, они не должны повторяться в один и тот же день и в последующие 2-3 дня календарных. То есть это строго должно отслеживаться? Да, строго должно отслеживаться. Но если вернуться к проекту «Здоровая школа», да, он очень важный на самом деле и имеет существенное значение. А Слыжан, вот ваш департамент, он курирует как раз вот этот проект «Здоровая школа» совместно с органами образования. Расскажите об этом подробнее. Укрепление здоровья учащихся – это является приоритетным направлением государства. Здоровые дети – это здоровые нации. И поэтому в сфере здравоохранения у нас сейчас имеется государственная программа развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы. В рамках данной программы у нас внедряются проекты «Здоровые школы». Что такое «Здоровые школы»? «Здоровые школы» — это школы, укрепляющие, способствующие укреплению здоровья учащихся. Также цель данного проекта является формирование мотивационных установок к ведению здорового образа жизни. Данный проект не только включает учащихся в данном проекте, и оздоровление идет по преподавательскому составу и непреподавательский состав. Поэтому в школах сейчас ведется, как мы в сюжете видели, разминки. Это проводится не только среди учащихся, эту разминку проводят и преподавателями. То есть у нас как бы идет оздоровление учащихся и оздоровление учителей. То есть если учителя будут здоровыми, то уровень знаний тоже будет на высшем уровне. И поэтому у нас сейчас по области в данный проект вовлечены 58 общеобразовательных школ. По этим школам назначены координаторы этих школ. Мы, соответственно, обучили этих координаторов. У нас сейчас идет данная работа. И хотела бы тоже отметить, сейчас у нас по республике имеются единые стандарты по здоровому рациональному питанию школьников. Этот стандарт был разработан Казахской академией питания и также с Национальным центром здоровья. Данное меню уже внедряется по республике, и данная работа идет и по нашей области. Это является 4-недельное меню, которое в себе включает полноценное сбалансированное питание. И очень это обширный проект является. Это не только касается питания детей, и это касается и физической активности детей, а также психологических состояний. Вот в данном проекте у нас должен быть приказом директора назначен, как бы создан школьный совет. В состав школьного совета входит психолог в обязательном порядке, медицинский работник, а также родительский комитет, представитель родительского комитета. А также можно привлечь и дополнительные эти органы, которые могли бы содействовать укреплению здоровья учащихся. Да, конечно, обширная и хорошая программа. Да. Давайте подключим наших телезрителей. Телефон прямого эфира 26 90 77. Вы можете присоединиться, обсудить с нами здоровье наших детей или школьное питание тоже. Вот касательно наших телезрителей, да, конечно же, многие родители сейчас нас смотрят. И на вашей площадке была организована такая вот, скажем так, лаборатория по здоровому питанию, о которой говорит департамент. Насколько дети и сами родители положительно, либо наоборот, воспринимают это? Ну, родители они воспринимают, и дети воспринимают это все положительно. Так как здоровье, здоровые дети – это наше будущее, наша страна. Поэтому у нас, если говорить о нашей школе, то у нас в меню включены те продукты, которые по стандарту являются допустимыми и полезными для наших детей. Мы включаем фрукты в меню обязательно. Поменьше, например, соли, там, сахара в меню также. Что еще можно сказать?
Дети сами как воспринимают? Они не дети спрашивают, где кола, где фастфуд? Нет, они не спрашивают, потому что мы ежедневно, можно сказать, проводим с ними беседы на классных часах, лекции о вреде фастфуда, о вреде той же самой колы. У нас проводятся диспуты между детьми, дебаты на эту тему, что полезно, что вредно для здоровья детей. Поэтому наши дети знают, и, естественно, они положительно относятся к этому вопросу. То есть дети, не спрашиваю, они едят с удовольствием, да? Едят с удовольствием. Разъяснительную работу нужно, конечно, вести постоянно, конечно, потому что даже мы, взрослые, понимаем, да, что полезное иногда невкусно. Поэтому вот эту работу школа ведет постоянно. Это интегрированно ведется не только на воспитательных работах, это ведется даже вот на уроках. Я знаю, что вот на уроке биологии, да, мы поговорили вот система пищеварения и поговорили о пище, да. На уроках географии, когда проходим разные страны, мы вот останавливаемся именно вот на вот именно вот как организовано питание в разных странах. На уроках технологии, когда проходим, да, различные темы, вот останавливаемся на гигиене, при приготовлении пищи, опять-таки говорим о полезной пище. Поэтому интегрированно эта работа ведется постоянно. Ну вот вы правильно сказали мудрые слова, что мы говорим о детском организме, но взрослые тоже. Вот заставь нас вместо вкусного и сочного мяса есть морковь, там, капусту, перейти резко поменять свое меню. Да, свой распорядок дня. Да, это очень сложно. Это очень сложно. А вот как вы считаете, это общий вопрос к вам, как стимулировать ребенка перейти вот от любимой колы, от любимых сладких тортов, пирожных к более сбалансированному питанию, больше фруктов? Как вы считаете, Эльвира, как его стимулировать ребенка? Ну, считаю, что вообще к этому нужно подойти мотивационно, вот как бы я считаю, там вот думаю, какие-нибудь конкурсы или, ну я не знаю, может быть, в образовательных учреждениях именно вот мотивационные кружки, там, да, там вот физзарядка, и там именно считаю, что в здоровом питании, именно вот в этом проекте здоровой школы, вот можно вот какие-нибудь мероприятия проводить, да, именно по правильному питанию, там сделать так, чтобы именно там как награды, да, или вот чтобы ребенок, я еще добавлю. Конечно. У нас управлением охраны общественного здоровья сейчас объявили конкурс среди учащихся 1-4 классов по городу Уральск. Лучшие сочинения, здоровое питание, на тему здоровое питание. И по этим это тоже является как бы мотивацией для школьников. Мы будем выбирать самые лучшие сочинения, и будут призовые места, как бы награждать детей. И поэтому такие работы тоже проводятся. Да, замечательно, конечно, стимулировать. Ну, конечно. А вы как считаете, вот может детей тоже в школах надо как-то немного повышать оценку, прибавлять какие-то звездочки, баллы за то, что он стремится к здоровому питанию, здоровому образу? Ну, конечно же, мы в школах, когда проводим различные конкурсы на тему, на различную тему, мы, естественно, детей стимулируем. У нас, например, в нашей школе каждый понедельник проходят линейки общешкольные. Там мы вручаем детям грамоты, оцениваем их достижения, естественно. Поэтому у нас эта работа ведется ежедневно. Дети знают, что им будет за это поощрение. Они активно участвуют, наши дети. И также можно отметить, тут еще большую помощь нам оказывает просмотр видеороликов, которые нам предоставляет отдел здравоохранения по правильному питанию. Дети с удовольствием смотрят и потом на практике применяют. Также в данный проект в состав школьного совета включают лидеров именно школ, которые участников, вот в школах есть президенты школы, их включают, и они тоже могут обменяться мнениями, дать какие-то предложения по улучшению состояния здоровья, по улучшению вообще школьного состояния вот среди учащихся. Они тоже могут давать свои эти предложения. Ну, в школу мы, конечно же, приходим, вот уже кто-то позавтракает, кто-то нет, да? Будьте здоровы. Кстати, завтраки, как вы считаете, должны они быть
не только в школе, но и дома тоже, в семье, начинаться со здоровой пищи? Конечно, обязательно. Обязательно. Как вы считаете, Эльвира, вот с дома должно начинаться все? Ну, завтрак обязательно должен быть сбалансированный. Потому что именно рабочий день, ну, то есть даже не рабочий день, да, даже вот день вот именно человека зависит от завтрака. Если ты плотно, хорошо позавтракаешь, и день у тебя будет очень такой плодотворный. И я считаю, что именно завтрак, он зависит в любом случае, самое первое от завтрака. То есть он должен быть обязательно сбалансированный, полноценный завтрак. И после звонка телезрителей мы более подробно обсудим наше с вами меню. Добрый день, говорите. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас сегодня интересная передача. У меня такой вопрос. На основании каких документов составляется меню для учеников? Меня интересует вопрос. Какое количество должно быть меню? И какой ассортимент продуктов? Угу. Хорошо, спасибо, ваш вопрос понятен. Ну, касательно кадров, да, в школах тоже, да. Давайте вы, Гульжан, ответите. Вот в вашей школе работают кадры, да, самые отобранные, либо нет, как вы считаете? По организации ответите? Питания? Угу. Ну, у нас в столовой работают, естественно, повара с сертификатами. Имеются медицинские книжки в обязательном порядке. У нас в школе работает комиссия по проверке работы столовой, по проверке меню. Приготовление. А меню составляется с какими, по каким документам? Вот по каким-то меню правилам? Это на основании документов отдела здравоохранения, СЭС. На основании этих документов утверждается у нас в школе совместно с предпринимателями, которые у нас столовую обслуживают. Брокеражные комиссии у нас работают. Здесь у нас в брокеражную комиссию входит медицинский работник, социальные педагоги, родительский комитет, которые ежедневно проверяют качество приготовления пищи, соответствие меню. И меню... То есть все сбалансировано, да? Да, и за сбалансировано. Этим ведется строгий контроль. Контроль ведется в школу. Ну, если передать общий смысл, телезрителю очень, конечно же, волнует, насколько богат ассортимент питания, меню в школах, да? Насколько все-таки специалисты квалифицированы. Вот вы обращаете внимание при проверке, Эльвиры, на специалистов, которые там работают? Насколько они компетентны именно в этом вопросе? При проверках, да, мы обращаем именно, то есть, если работают повара, то есть у них обязательно должны быть квалификационные требования, то, что обучился на повара обязательно в порядке. Также при проверках пищеблока мы обязательно смотрим на документы, которые подтверждают качество и безопасность пищевой продукции. Он обязательно должен быть храниться именно на объекте вот, общепита, то есть пищеблока, и обязательно должен быть ответственный, который за это вот, все контролирует именно в этом пищеблоке. Также при проверках мы обязательно смотрим брокеражный журнал. Повара обязательно должны оставлять суточные пробы. Суточные пробы — это вот если блюдо сейчас приготовили для обеда, то есть его оставляют в кипяченую стерильную банку, в холодильник ставят на 24 часа до следующего приготовления вот блюда. Это обязательно должно быть. И все, и даже каждый день должен быть вывешено меню, именно какое меню будет сегодня подано на столы, и он должен быть утвержден руководителем объекта обязательно. Замечательно. Ну, касательно меню, мы тоже сейчас вы говорили до телефонного звонка. Конечно же, нужно составлять и дома начинать уже составлять для своих детей, для самих себя, да, в школах тоже придерживаться. Потому что, согласитесь, если в школе, конечно, организовано здоровое питание, сбалансированное, но при этом, если дома будет продолжаться
та же история вот с этими фастфудами, с вредной пищей, то большого результата, конечно же, не добьешься. Вы как-то работаете вот с родителями, говорите с ними, чтобы и дома тоже соблюдали? Да, мы проводим также работу с родителями. Это лекции, разъяснительные работы, совместные мероприятия детей и родителей. У нас активное участие принимают родители во всех мероприятиях, проходящих в нашей школе. Также в контроле питания. То есть полная работа с ними ведется? Полную работу мы с родителями ведем ежедневно. Конечно, это очень важно, потому что иногда не заставишь ребенка ни кашу съесть, ни что-то. Все мы торопимся с утра на работу, на службу, в школу, перекусываем на ходу, и из этого рождается, конечно же, тоже нездоровое питание, которое ведет к ожирению. Да? Все мы знаем о детском ожирении, насколько это опасно. И набрать вес легко, снизить его намного сложнее. Вот вопрос детского ожирения, он ведет сердечным, сосудистым таким очень опасным заболеванием. И это нас всех родителей беспокоит. Вот детское ожирение, как вы считаете, должна борьба с ним выйти на новый уровень? Более как-то ужесточить расписание ребенка, чтобы он был более подвижным в школах? Должны какие-то требования, да, в школах предъявляться? Да, вот эти наши проекты, все внедряется, потому что статистика показывает, что сейчас увеличивается неинфекционные заболевания. То есть неинфекционные заболевания – это есть и сахарный диабет, ожирение, системы органов кровообращения, вот эти заболевания. И сейчас у нас идет по питанию детей ограничение потребления соли и сахара. Потому что, как мы знаем, если будем чрезмерно употреблять соль, оно приведет к артериальной гипертензии. А также сахар тоже может повлиять возникновению сахарного диабета второго типа. И поэтому у нас сейчас пойдет профилактика, мы разъясняем. Разъяснительную работу должны привести на школьном уровне, с родителями должны проводить, беседы должны проводить. Не только школа должна заниматься именно профилактическими работами. И сам родитель должен быть заинтересован за здоровье своего ребенка. Например, никому не секрет, если сейчас ребенок выйдет со школы и по дороге домой может купить себе какой-нибудь фастфуд, либо же газированные напитки, в котором содержится чрезмерное количество сахара, и поэтому это может привести к различным неинфекционным заболеваниям. Сейчас даже наши медики, вот лечебники говорят, что идет, наблюдается тенденция омоложения неинфекционных заболеваний. То есть это что значит? Значит, что эти неинфекционные заболевания встречаются не только у людей пожилого возраста, это встречается у людей молодого возраста. И поэтому мы, начиная со школьного возраста, начиная с детского сада, должны уже приучать, прививать детей навыков здорового образа жизни, и это должно начинаться с дома, в школе должны это разъяснительную работу провести, и родители тоже должны быть заинтересованы. Они, покупая любой продукт для детей, они должны очень внимательно изучить состав этого продукта и должны как-то нам содействовать, и мы вместе с управлением образования, мы, родители, должны к этому дойти, чтобы у нас было здоровое поколение. Правильно, вы сказали, здоровое поколение. И одна из причин детского ожирения, это врачи подтвердят, малоподвижный образ жизни. Да. И для этого сейчас вводятся в качестве эксперимента, в качестве постоянных вот занятий физкультминутки, да, разминки. У вас дети активно принимают участие? Активно принимают участие. У нас физкультминутки проходят каждый день. Дети уже знают, когда они выходят, делают зарядку. Дети сами проводят эту зарядку. А вместе с детьми у нас принимают участие также и учителя, технический персонал. Они влияют, дают хорошее влияние не только детям, но и работникам школы. Вот когда мы сами с вами учились в школах, конечно же, тогда проводились активные уроки физкультуры, различные разминки, кружки, секции. Мы сами бегали на самые разные секции, занимались, да? А сейчас насколько активны сами родители, исходя из собственного опыта вот, занятия физкультурой? Они детей записывают в кружки? Конечно, да. Конечно. Работают дополнительная система.
организаций у нас, вот у нас к отделу образования относится 10 организаций дополнительного образования. На сегодняшний день более 13 тысяч учащихся у нас организованы именно в дополнительных организациях. Но при этом в кружках при школах у нас занимаются 36 тысяч детей. Это как бы вот очень большой охват дополнительным образованием. Родители очень заинтересованы, спроса очень много на секции и кружки. При том, что при отделе, в организациях образования, которые относятся к отделу образования, кружки и секции являются бесплатными. Поэтому как бы вот есть возможность всем заниматься дополнительным образованием. Ну, давайте как раз и напомним, да, родителям, что есть центр внешкольной работы. Есть центр внешкольной работы, да. Секции, занятия в ДЮСШ тоже бесплатные. Да. Есть все условия, казалось бы, но, к сожалению, не все родители посещают, вот, чтобы узнать, как записать ребенка, как вовлечь его в занятия спортом, хотя у нас 50 школ, но не во всех школах родители проявляют активность. Учителя тоже сами полностью загружены, да, и детям уделяют необходимое внимание, конечно, по своим силам. А как вы считаете, это общий вопрос к вам, может стимулировать и родителей, в свою очередь, чтобы они тоже вовлекали детей в спорт? Как-то отмечать их, название лучшего родителя. Вот недавно семейные спартакиады были, ДВД проводил как раз. Может, больше таких семейных мероприятий можно проводить? Можно в рамках данного проекта «Здоровые школы». Можно стимулировать родителей, можно проводить различные конкурсы, чтобы это дало какой-то стимул для родителей, для детей, мотивацию какую-то. И данная работа, могу сказать, проводится у нас. Мы организуем различные марафоны, различные конкурсы, и оно дальше будет продолжаться. Я хочу отметить, вот, как коллега говорила, вот недавно вот, в августе месяца текущего года у нас вот, проводился марафон здоровых привычек. То есть здесь у нас было как бы именно уменьшение потребления соли, сахара и фрукты. Да, вот, да, и как бы я считаю, что это было вообще-то в области здравоохранения мы начали. Здесь участвовали у нас поликлиники города и нашего департамента охраны общественного здоровья. И считаю, что это только начало, то есть эта работа у нас продолжается, и скоро вот именно по здоровым школам, по проектам у нас очень будет таких, возможно, будут такие марафоны именно по здоровым привычкам. А вот еще хочется добавить, кстати, добавить, и может я еще и повторюсь, что в каждой школе города проводятся Дни здоровья. И еще раз скажу, что вот в нашем микрорайоне, район Римзавода, Ружейникова, между школами, здесь не только дети у нас участвуют, и родители принимают активное участие. Единовременный флешмоб, они заинтересованы, вот это вот мы проводили вот все лето, единовременный флешмоб. В одно время выходили весь микрорайон, кто хотел, выходил, и проводили физкульт-минутки, флешмобы. Родители с детьми выходили вот по всем микрорайонам города. Вот такую вот большую работу мы проводили, разъяснительную. Поэтому мы думаем, что как бы стимулируем мы родителей, вот, здоровый образ жизни. Да, вот как раз в начале нашей беседы я и говорила, да, что мы к теме мероприятий вернемся отдельно. И давайте обсудим вот эти мероприятия, которые объединяют родителей. Раньше, помните, зарницы были, семейные спартакиады, которые сейчас, к счастью, возрождаются. И наш президент тоже говорил о том, что здоровая нация – это важнее, чем экономическое благосостояние. Что прежде всего казахстанцы должны быть высокообразованными, здоровыми, новые казахстанцы – они должны быть сильными, активными в общественной жизни, активными тоже и в личной жизни, в школьной. Все-таки насколько наш президент говорил мудрые слова? И, конечно же, хотелось бы, чтобы каждый родитель их услышал. А как вы считаете, вот эти мероприятия, они эффективны все-таки в этом деле? Эффективны. Родители заинтересованы, родители с удовольствием идут в школу на эти мероприятия, вместе с детьми участвуют. Естественно, мы потом их поощряем, детей и родителей стимулируем таким образом. В прошлом учебном году вот, отделом образования вот целый учебный год был проведен День открытых дверей в рамках программы «Рухани Жангру». Мы сами видели, как родители заинтересованы
в вовлечении своих детей вот в такие мероприятия. Родители были очень активными. Они вместе с детьми вот очень активно участвовали на этих мероприятиях. И вот эту программу «День открытых дверей» в этом году мы будем продолжать вот в стенах дошкольных организаций, как бы в продолжение мероприятий. Замечательно. Давайте попросим родителей тоже к нам присоединиться. Телефон прямого эфира 26 90 77. Вы можете задать свои вопросы нашим гостям. Но вот касательно марафона, Эльвира, стало интересно, да, что именно марафон собой представляет, как принять участие, что это вообще такое, о котором вы рассказывали? Марафон здоровых привычек. Угу. Здесь уже, как у нас идет, вот, как моя коллега говорила, да, уменьшение потребления солей, также потребление воды, там 1,5-2 литра в день, и также именно потребление овощей и фруктов в рацион питания. То есть каким образом он, участники отбираются, либо как он проходит? Поэтапно вот. Здесь, да, поэтапно было. То есть мы убирали солонки со столов общепита, ну, то есть хотим как бы внедрить такое, да, чтобы, потому что вы знаете, да, что всего лишь соли, они же добавляются и на блюда, и салаты, да, а еще мы, когда нам приносят на обед блюдо, мы еще умудряемся солонку брать, да, еще добавлять соли. То есть это вообще здесь необходимости нету, я считаю, потому что, вы знаете, соль тоже это... потребление его тоже может привести к возникновению заболевания, да. И поэтому с этой точки, с этой целью, да, мы здесь как бы в марафоне хотели отметить, чтобы убирали солонки именно со столов соли, употребляли воду часто, то есть это 1,5 литра, 2 литра в день. И, конечно же, в рацион всегда включали овощи и фрукты. Ну да, мы все, когда садимся обедать, ужинать, обязательно рука тянется к солонке, где перец, где хлеб. А как вот постепенно надо ограничивать, да, вообще? Как вы считаете? Резко же тоже нельзя убирать. Ну, резко тоже нельзя, да, но просто все-таки здесь как бы еще я хочу отметить, что соль, да, она еще должна быть йодированная. То есть мы должны еще включать, то есть употреблять обязательно йодированную соль. И я думаю, да, постепенно. Вот такой еще один проблемный момент, как мучные изделия. Все мы заедаем хлебом, запиваем тоже газировками. Как вы считаете, вот до сих пор ученые спорят, это общий вопрос, вот нужно хлеб убирать или нет? Чтобы как-то снизить убрать нагрузку на желудок. Полностью убрать хлеб? Да, постепенно, особенно белый. Вот. Нужно нет, убирать? Нет, я считаю, нельзя так, сразу же убрать хлеб, потому что в нем содержатся и полезные для нашего организма. Да. Хлеб, в нем содержатся углеводы, в нем есть витамины группы В, которые нужны организму, и поэтому исключение хлеба такого не должно быть. Конечно, надо уменьшать потребление мучных изделий, но в целом исключить хлеб так-то я не поддерживаю. Да, я вот сейчас тоже хочу дополнить по поводу хлеба. Вообще у нас в кодексе здоровья и здравоохранения есть такой пункт, что именно мука первого-второго сортов, они обязательно должны фортифицироваться. То есть фортифицирование, это означает, что обязательно должны включаться, когда вот идет переработка муки, именно это в хлебопекарнях, да, или там в мельничных комбинатах, обязательно туда включение микроэлементов, вот витаминов группы В, включение обязательно углеводов, то есть весь витаминный комплекс. И это означает, что это фортификационная мука. Тоже хорошо, как ее отличить? Как отличить? Есть такой значок красный значок, это означает, что это фортифицированная мука. И даже если можно, если покупатель будет там в супермаркете покупать муку, могут спросить там сертификат на эту продукцию, и там обозначается знак, что этот продукт фортификационный именно. Вот видите, какая важная информация, потому что мы покупаем, ориентируемся прежде всего на сорт. Высший сорт муки, первый сорт муки, он такие важные мелочи, казалось бы, не обращая внимания. Вы за хлеб? Или как вы считаете, нужно ли хлеб и мучные изделия убирать из рациона? Нет, ни в коем случае их нельзя убирать. Думаю, что ограничивать, а убирать
Я думаю, что нельзя. Угу. Вы как считаете, нужно хлеб ограничить? Нет, конечно. Убирать, конечно, полностью нельзя. Вот коллеги, да, рассказали о пользе, что какие там полезные вещества. Поэтому, думаю, наверное, вообще вот обучать культуре питания, сколько можно вот хлеб съедать за день, да, вот за один прием пищи, вот с этого нужно начинать, но полностью, конечно, ограничивать нельзя. Да, хлеб все-таки это основа жизни. Да. Конечно, в любом случае. Сахар, соль ограничить можно, да? Да. Соль это рекомендует ВОЗ в день употреблять 5 граммов. Это получается 1 чайная ложка. Мы должны до этого уменьшить этот потребление соли и должны как-то уже сами рассчитывать. То есть не забывать о том, что именно соли есть уже в приготовленном блюде, да, то, что в заправлено в салате, это все входит вот, ведь в эти 5 граммов. Не забывать об этом. То есть нужно за этим следить. Да. Вот как раз об этом говорит и культура питания, которая должна быть. Вот, правильное пищевое поведение. Как вы считаете, как его выработать? Вот вы мама, да, вы сами готовите завтрак для своих детей, обеды, ужины. Вы следите за их рационом? Конечно, следим. Начиная с завтрака. Завтрак должен быть сбалансированный. Потому что завтрак обязательно нужен, так как он дальше влияет на работоспособность в течение дня. Обед также побольше включать фруктов, овощей, в рацион супы питания, да, супы обязательно. Конечно же. И самое главное, давайте не будем забывать, что нас смотрят родители, слушают тоже, возможно, и ученики школы, и они все должны следить за своим рационом питания. У нас осталось буквально 1 минута, и давайте общий совет родителям коротко дадим. Начнем с вас, Эльвира. Ну, я хочу отметить, конечно, во-первых, я за здоровый образ жизни, и чтобы наше будущее поколение тоже было здоровым, поэтому питайтесь правильно и также активно участвуйте во всех именно физкультурных зарядках. А Слыжан? Тоже так же за здоровый образ жизни. Я родителям советую, чтобы они тоже наблюдали за питанием детей. А обязательно дети должны позавтракать, потому что это является очень важным для детей. За здоровый образ жизни, чтобы дети правильно питались. Гульжан, что вы пожелаете родителям? Ну, пожелать родителям хочется, чтобы они принимали активное участие в жизни школы, как дети – это наше будущее, активное участие во всех мероприятиях по здоровому образу жизни и быть примером для своих детей. Жазира, вы присоединяетесь к этому? Конечно, я присоединяюсь к своим коллегам. Будем надеяться, что мы сегодня оказались услышаны, а родители, которые нас смотрят, обязательно почерпнут для себя ценные сведения, потому что детское питание – это очень важно для будущего организма и для будущего всей нации. Это было ток-шоу «Давайте обсудим». Сегодня мы говорили о том, насколько важно здоровое детское питание в школах и здоровое поведение тоже. Всего доброго.